Маргарита, привет, Алена. Меня зовут Эльвира. И я сегодня к вам с видеоотчетом. По тунике «Звездная ночь». Конечно, многие девочки уже выслали фотографии с красивыми работами уже давно. Я немножко поздновато, но лучше поздно, чем никогда. У меня квадратный мотив получился размером 8,5 на 8,5 сантиметра. Вязала я крючком от Clover 1,25. Ниточка Heckengarn от Wöhle Rudel. 100% хлопок мерсеризованный. В 50 граммах 280 метров. Обвязка на горловине такая же, как у Маргариты Герасимовой. Вот. В проймах то же самое. Алена обвязывала другой обвязочкой. И тоже, кстати, оригинально получилось. По низу изделия вот такая вот красивая обвязка. Конечно, в видео, в мастер-классе Алена все дословно объясняет. Вот, поэтому не было никаких проблем у меня с этой туникой. Если возникали вопросы, то, конечно, я связывала с Аленой. И она без проблем всегда была, кстати, на связи и всегда старалась объяснять. После чего я понимала и продолжала вязать. Почему возникали вопросы? Потому что я недавно вяжу крючком, поэтому, конечно, не получилось без вопросов. Но результат вот такой. Девочки, пожалуйста, оцените, ближе вам покажу. Каждую петельку можно рассмотреть. Мне очень нравится. И не только мне. Многим, кто видит, все спрашивают. И, конечно, нравится эта туника многим. Она у меня длинненькая получилась. Может быть, на камере как-то... Здесь прямо как будто А-силуэт, но она не такая. Она не идет А-силуэтом. Вот, девочки, очень вам благодарна за проделанную вами мега-работу. Огромнейшее вам спасибо, девочки, и низкий вам поклон. Я очень вас люблю. Всегда смотрю и с нетерпением жду ваши новые видео. Обнимаю вас крепко-крепко, девочки, и целую. До новых, надеюсь, вязальных и не только вязальных встреч. Пока.